Всем привет! С вами Школа танцев, свои люди, город Кострома. Еще раз. Сегодня мы разберем на запчасти все движения. Да, сначала наш. Одним кадром, без всяких монтажей, у нас все записывается онлайн, прямо здесь. Итак, друзья, пробуем соединить топ-рок. А, нет. В изучении этого движения есть. Еще одно подводное движение. Не подводное. Подводная лодка. Сегодня мы с вами изучили связку базовых движений. Итак, чтобы вам научиться это движение делать, нужно уметь делать свайпс, прыгать на руках, есть макароны, варить пельмени, вязать свитера, прыгать на лопатки и строить дома. И устал. Так же, левую ногу отставляю назад, правая нога остается впереди, носочек. Так, чтоб вам сделать. Вы также начинаете движение. Если у вас остались какие-то вопросы, подписывайтесь на наш канал. Оставляй свои комментарии в комментариях, описание в описании. Подожди.